Дани? Бич рехнулся! Орал что-то про Бэмбе, мол, он виноват в том, что случилось с Талией, тобой и мной. Похоже, он отправился его искать. Ушел ночью, когда мы спали. Вообще не представляю, как этот дурень собрался его выслеживать. Бичу всегда нас прикрывал, и мы никогда... Короче, найди засранца, ладно? Идет война. Я хочу сплотить наших ребят, обучить их. Мы своих не бросаем. Даже Бичо. Удачи. Сейчас каждый повстанец на вес золота. Бичо! Бичо! Чокнутый камомерда! Где ты там? Бичо здесь нет. Может, он оставил что-нибудь, что подскажет, куда он ушел? Походу, Бэмби покупает пушки у военных. Товар ему передали на Родео. Кто ж так живет? Почему оно так воняет? Еще и на Вивира наживаешься, а бы? Надо бы заглянуть на склад. Найду Бэмби, найду Бичо. Держись, Мисосио. Привет, Пауло. Похоже, Бичо наделал глупостей. Что на этот раз? Он решил прикончить Бэмби. Тупой комемьерда. Надеюсь, найду его до того, как он закончит рыть себе могилу. Скорей, Дани. Бэмби ему точно не по зубам. Yes!
Похоже, Бичу выпустил бы. Черт! Нужно быть осторожным. Бэмби зассал и прикончил своего покупателя, а Бичу рванул за Бэмби. Паул, этот малолетний маньяк сорвал сделку Бэмби. Выпустил на Родео всех быков разом. Рэпинга! Его точно прикончат. Я не позволю никому это сделать. Там пленники. Вот черт. Чтоб меня, жить, спецназ. Прошу, сеньора. Нет. Как насчет тебя? Это ты нажимаешь? Ай! Коню! Выходи, кто бы ты ни был. Выход наверняка есть. Эй, развяжи. Черт! На помощь! Боже, спасибо. Слушай, это не мы. Он крал Вивира. Думаю, он еще внутри. Не убивай! Я не виновен! Тихо. Скажи-ка, ты не видел здесь чокнутого пацана? Болтает без умолку, прическа как ананас. Видел. Он приходил сюда, пушкой размахивал. Спрашивал, где живет мой покупатель. Чувак по имени Бэмби. Ты ему сказал? Си, он сразу убежал. Я тоже хочу знать, где искать Бэмби. Точно тебе никто не скажет. Но его дом где-то в Крус-дель-Сальвадоре, недалеко от границы. Это все, что я знаю. Клянусь, отпусти меня. Пауло, я знаю, где искать Бэмби. Думаю, Бичу будет там же. Именно. Жди, Пауло. Двигай, бум-бум!
Мне нужен транспорт. Я и думал. Походу, Бэмби прячется на плантации, в старой лачуге для рабов. Тачка Бичо! 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 Бичо, твою мать! Уходи, Дани! Я снесу этому каброн башку! Не снесешь. Вот как? Думаешь, не смогу, а? Бичо, послушай-ка. Ты думал, придешь сюда и все исправишь. Но твой план трещит по швам, верно? Да что ты можешь знать? Я знаю, ты не убийца. Взгляни на себя. Ты весь дрожишь. Ты испуганный крысеныш, паразит. Да, только берешь и берешь. Бичо, не слушай его. Ты впрямь, Бичо. Жук, жалкий кровосос. Так, 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 стоп. Ты не жук и не Бичо. Так как тебя зовут? Хочешь исправить что-то? Так давай, стреляй. Заткнись сейчас же, сука. Меня зовут Пас. Да, да, лады, ты Пас. Тебя зовут Пас. Ты не Бичо, ты не жук, ты Пас, и ты нужен нам, ясно? Ха, крепкий чумак. Ты кусок дерьма. Зато не вру своим друзьям. Это не важно, но я пытался помочь Паулу. Правда. Пауло. Дани, скажи, что Бичо цел. Си, я не дал ему натворить глупостей. Перенервничал, но жить будет. Ох, слава богу. А что Бэмбе? Жив. Поганая змеюка. Черт. Не это я надеялся услышать. Пауло, такие как Бэмбе будут всегда, а Бичо у нас уникальный. Когда вернется, расскажи, как на самом деле к нему относишься. Ему это будет очень кстати. Конечно, обещаю. Спасибо, Дани. Дани, как ты себя чувствуешь? Нормально, грасиас. Покажу друзьям новый крутой шрам. Шутки шутками, Дани, но такое не проходит бесследно для психики. Слушай, у нас тут все паршиво. У Тали инфекция, а лекарства заканчиваются. У Кастильо точно что-то найдется. Думаем об одном и том же. Проверь 3 КПП вдоль дороги к западу от моей клиники. Скорее, Дани. От этого зависит жизнь Талии.
сигналка. Подкрепление нам тут ни к чему. Черт. КПП. Надо смотреть в оба. Эй, Матиас, лекарства у меня. Мы убьем, Дани. Принеси их мне в Барьяль. Поспеши, надо спасти Талию. Скоро буду. Эй, Герильяр, кто тебе сказал? Да, Бургас вечно... Вызовем транспорт. Бум-бум, погнали! Мне не сказали, что будут гости. Она все молчит. Си, все в сборе. Надо убить Эль-Доктора. Ты оставайся здесь. Нам пора идти. Мы ведь их не бросим. Нет. Максимус Матансос — это Либертат. По записям из зоопарка Кастильо ясно, чего стоит его рай. Нам уже помогли тысячи людей. Радио Либертат вдохновит еще многих. Но у нас есть другие дела. Мария мертва. Новая цель Вивиро. Кастильо получает деньги благодаря Эль-Доктору, а он в столице. Нет, не там. Мои люди следят за ним. Да я его знаю. Эль-Доктор влюблен в свою работу, он не сбежит. Матиас знает. Серхио Эстевес, помощник Эль-Доктора. Убил сотни людей на пробах лекарства. Вот через него и найдем. Ты ведь хотел бежать в Америку. Поздно Кахонас отрастил. Я так и знал, что ты служил. Пауло.
Ты прав. Я не лидер. Но подумай, только ты решил уйти, как Талия начала казнить людей. Революция хаотична, но лидер привносит порядок. Идем. Решай, Дани. Педро Тореро. Вот кто был музыкант, что надо. Так, мама и папа ушли. Схватим Серхио. Я его найду. И мы займемся Эль-Доктором. Эй, Бум-Бум! Крутой дом. Хорошо быть истинным яранцем. Загляну внутрь. Эй, это Пауло. Подумал, что тебе стоит знать, какой Серхио урод. Комомьерда провел тысячи кошмарных опытов над изгоями. Он пытал даже детей Дани. Проклятый мерзавец. Все ради того, чтобы Биовида разбогатела. Конья, я убью этого ублюдка. Конечно. Суэрте. Знаю, что это нахер было. У меня здесь труп. Карахо, коньо, я мучу это. Мы не знаем, сколько их. Будьте начеку. Коньо. Ступай, Бум-Бум! Выходи! Это кто вообще такие? Пауло, это ты прислал подмогу? Си, мои люди разберутся, солдатус. Попытайся найти силы. Грасиас. Дома Мьярда здесь нет. И куда свалил этот урод? Надо осмотреться. Серхио. Какой он сумасшедший. Серхио, это Эдгар Уэйс. Тебя ищут мятежники. Приезжай ко мне, и будешь в безопасности. Мы с Кастильо не хотим тебя потерять. Наша работа не закончена. Их у депута предупредили. Матиас, Эль-Доктора кто-то предупредил о нас. Серхио сбежал. Мы с Пауло скоро будем. Не дай этому говнюку сбежать. Он поганый убийца.
Нужно добраться до Марины. Серхио может попытаться скрыться по воде. Бум-бум, иди сюда. Вот ты где, истинного яранца кусок. Черт, шустрый гаденыш. Уродец. Вторая степень сотрясения. Рваная рана, еще вывих плеча. Матиас, вылечишь меня, чтобы доказать, что ты лучше, как врач? Где Эльдоктор, мать твою? Центр обработки Вивира! Здание 13! Пауло, ты чё, блин? Эльдоктор создал лагеря для изгоев при поддержке таких, как он. Ничего, никакого дерьма не случилось бы без этих врачей. Нахер! Тварей не жалко. И серьезная травма черепа. Черт. Дани, встретимся у вышки рядом с лабораторией Биовиды. Пора заглянуть в гости к Эльдоктору. Давно пора. Сегодня он умрет. Нанесем Кастильо удар по самому чувствительному месту, по его кошельку. Ничего себе, Пауло. Я даже улыбнулся. Скоро увидимся.